Доброго времени суток, уважаемые любители футбола, канал Кыргызспорт ТВ. И в этом сезоне продолжает в прямом эфире показывать матчи Кыргызской профессиональной футбольной лиги. Замечательный город Кант и не менее прекрасный стадион Центральный в этом городе принимает сегодня матч второго тура, в котором местная гордость, местная команда Кантская Абдышата принимает гостей из южной столицы, из города Ош. Новая для нас команда, Ошму Алдер эта команда называется. Ну и, конечно же, объединились два названия. Ошский государственный университет, а также футбольный клуб Алдер. Я думаю, что поклонники кыргызского футбола эту команду прекрасно помнят. И здорово, что они вернулись. Здорово, что наш чемпионат продолжает идти именно в таком формате. 10 команд, как и в прошлом году. Ну и, конечно же, нужно обратить внимание на матчи первого тура. Чемпионат у нас уже стартовал. Честно говоря, и болельщики, и мы соскучились по большому футболу. И, наконец-таки, наша премьер-лига стартовала. Абдышата стартовала, конечно, не очень хорошо. Особенно для местных болельщиков это имеет значение. Потому что именно здесь, неделю назад, Абдышата не смогли сломить сопротивление футбольного клуба «Талант» со счетом 0-0. Та встреча закончилась. Ну и в первом туре также Ошму Алдер играли против Алая. И в том матче они минимально уступили. Хотя большое количество времени Ошму Алдер играли в меньшинстве. Но, тем не менее, смогли молодые игроки Ошму Алдер дать бой такой именитой команде, как Алай. Ну и, конечно, неожиданных результатов, особенно в начале чемпионата, я думаю, будет много. Но это все в конце сезона может сказаться, потеря очков. Поэтому сегодня при родных трибунах, при родных болельщиков кантовчане, я думаю, попытаются, конечно же, набрать 3 очка. Все готово к началу матча. Я потихонечку перейду уже к составам играющих команд. Начну с Ошму Алдер. В воротах 32 номер Мухаммад Али Ашуров. 6 Замирбек Улубектур. 7 Джалалулу Адилет. 10 Юлдашев Акмалджон. 11 Бахыт Мирзалим Улу. 13 Уланбек Наркозуев. 14 Мирламбек Улу Иса. 20 Антон Федунин. 22 Марадона Сафаров. 23-й Абдухаков Абдурахман, 77-й Шарифов Плоджун. Это состав Ошму Алдер. Работает с этой командой Айбек Сулайманов, наиопытнейший, наверное, представитель футбола юга нашей страны. Человек, который сделал огромный вклад в развитие именно того региона, где находится село Куршап. Вы знаете, да, Алдер когда-то базировался именно там. Ну и с этого сезона под эгидой, можно сказать, под протекторатом Ошского государственного университета будет играть Алла. И команда, соответственно, называется как раз-таки Ошку, то есть Ошку Алдер. Ну и состав Абдышаты. Марсель Исламкулов в воротах под 71 номером. Христиан Браузман 2. Калугин Михайло 3. Азим Азаров 8. Эммануэль Ягор 9. Арлен Шаршабеков 10. Харят Изаков 18. Теймур Чарыев 19. Айзар Ахматов 34. Атай Джумашев 70. И Сергей Цканян играет под 97 номером. Первая, можно сказать, довольно такая интересная атака могла пройти у команды Ошму Алдер. Выбрались они на чужую половину. Мы посмотрим, что из себя представляет Алдер. Ошму Алдер. Ну, сам Ошму Алдер, не Ошму, а Алдер, вы знаете, да? Опытная команда. Ну и нужно отдать должное, конечно, и Ошскому государственному университету, потому что уже на базе университета существует волейбольная профессиональная команда. Вот теперь есть и официально профессиональная футбольная команда при Ошском государственном университете. Это очень здорово, на самом деле, для развития молодежного, для развития студенческого спорта. Здесь подача тем временем с наружной стороны сетки мяч. Попадать, ну, довольно опасно было, но было заметно, что Марсель Исламколов также все контролировал, закрывал он туловищем ближнюю штангу и спокойно проводил, можно сказать, взглядом мяч за ворота. Абдышата начинает свою атаку от своих ворот. Передача в развитии атаки. Неплохая такая передача проходит уже на правом фланге.
Развивается атака Абдышаты. Неплохо. Теймур Чарыев отдавал центр на Ягра. Ягр нарушает правила в атаке. Вот так вот начинается у нас встреча. Я говорил о том, что в первом туре Абдышата потерял очки в матче с Талантом. Но я еще раз отмечу, что входить в сезон команды будут постепенно. Если даже и вспоминать прошлогодний чемпионат, в котором Абдышата стала чемпионом, как вы знаете. И тем временем хорошая перспективная атака может получиться на правом фланге. Десятый номер Акмалджон Юлдашев не совладал с мячом. Калугин отдает передачу вперед. Не смог здесь зацепиться за мяч Эммануэль Ягр. И теперь же снова владеют мячом футболисты. Ошм-Алдер неплохо. Направо сразу два футболиста находились справа в атаке Ошм-Алдер. Если бы эта передача оказалась точнее, то могла получиться очень опасная атака. Здесь тем временем вырывается уже на чужую половину футболисты. Абдышаты Сергей Цканя на фланге. Сохранил мяч. Будет ли у него возможность отдать передачу? Может быть, прострел? Может быть, навес? Не удается. Пока команды, можно сказать, присматриваются друг к другу. Пытаются найти бреши в обороне у соперника. Ну и по истечении 50 минут нам станет понятно, как вообще собирается играть в этом матче команды. Атай Джумашев вернулся к себе в отчину. Воспитанник этой команды. Гордость Канта. Нарушение было. Уходил уже от соперника Атай Джумашев. И Аделет Джалалулу против него нарушает правила. Первый такой довольно опасный стандарт возникает у ворот Мухаммадели Ашурова. Посмотрим, к чему это приведет. Сам Атай Джумашев, кажется, идет исполнять этот стандарт. Да, есть потеря в составе Абдышаты. Человек, который, футболист, который внес огромный вклад в прошлогоднее золото Абдышаты, это, конечно же, Магомед Узденов, который перешел в столичную Алгу. Ну и без него хватает в составе Абдышаты интересных имен. Итак, стандартное положение. Удар последовал. Ох, рядом с крестовиной, кажется, мяч пролетает. Опасно. Атай Джумашев понимал, да, что у него возможность. И, конечно, после того, как уже пробил, поняв, что мяч не залетает в ворота, конечно, рассердился. Хотелось бы, конечно, болельщикам Абдышаты, чтобы именно здесь, на стадионе центральном в городе Кан, при домашних трибунах, кантовчане открыли счет забитым голам в этом чемпионате. Они еще не отмечали забитым голом. И интересно, кто же сможет стать именно тем самым игроком. Джумашев. Мяч сохраняет. Снова Джумашев. Помогает ему на фланге Хайрат Изаков. Очень высоко поднимается. Калугин отыгрывает назад на Ахматова. Игрок национальной сборной Кыргызстана Айзар Ахматов сам продвигается вперед, но передача у него не проходит. Большое скопление футболистов Ушму на своей половине. Вот два футболиста находятся впереди. Вот также и третий подключается. То есть с прессингом у Алдиера, Ушму Алдиера все в порядке. Контролируют игроки Алдиера, Ушму Алдиера каждую зону, где мог находиться футболист оппонента. А здесь ошибка. Снова мяч у Джумашева. Эдакий крен у Абдышаты именно на левый фланг. Большинство атак у них будут, конечно же, проходить именно через Атая Джумашева, учитывая его скоростные данные. Айрат Изаков отыграл назад. Ахматов. Абдурахман Арикан сделал чемпионом канскую команду впервые в ее истории и, можно сказать, уже вписал свое имя в историю канского футбола. И второй сезон, посмотрим, сможет ли он тот чемпионский прошлогодний настрой сохранить в этом году, в этом составе канской Абдышаты. Передача вперед, и Айзар Ахматов не стесняется, конечно, сам подниматься высоко и отдавать довольно такие опасные атаки, но если они проходят, они сквозные и представляют опасность для соперника. Здесь нарушение правил тем временем со стороны Теймура Чарыева.
Бакыт Мирзалиев Оглу, он нарушает правила. И есть возможность у футболистов Ушму Алдьера поконтролировать мяч, отвести, можно сказать, атаки соперника от своих ворот. Сегодня игроки Ушму Алдьера должны быть готовы, что в большинстве случаев им придется действовать именно на своей половине в обороне. Мяч не уходит еще. Сохраняет мяч футболисты Ушму Алдьер. Отлично. И комбинация, конечно, была неплохая, но удар оставляет желать лучшего. Сегодня судит эту встречу один из самых, наверное, опытных арбитров в нашем футболе. Денис Шалаев, Сергей Грищенко и Эльдар Сагалбаев. Ему помогают на бровке. Медель Тайчиев сегодня в качестве резервного арбитра. А также комиссаром матча работает сегодня Улукбек Апиев. Судя по трибунам, огромному количеству болельщиков канских, не зря я отмечал, что болельщики соскучились по большому футболу. Передача вперед. Три круга пройдет в этом году, так же, как и в прошлом, чемпионат Кыргызстана. Осенью закончится наш очередной розыгрыш чемпионата Кыргызстана. Ну и сейчас ни о чем говорить нельзя, потому что кроме команд, которые претендуют на чемпионство, есть также немало и команд, которые должны в этом сезоне прогрессировать, добиться прогресса. Тот же футбольный клуб «Талант». И, конечно же, от новичков мы тоже ждем хороших результатов. Тот же Ушму Алдьер и Мурас Юнайтед в этом году. Эти команды заменили такие команды, как Каганат и Нурбаткен, как вы знаете. Ну и хорошо, что не играем с 8 командами. Хорошо, что играем с 10. Калугин дает передачу направо. Моментов нет пока. Шата пытается, но пройти оборонительные ряды гостей пока кантовчане не могут. Как говорится, добиться победы – это половина дела. Дойти до вершины – это половина дела. А вот удержаться – это уже совсем другое дело. И в этом году кантовчан Абдушату ждет очень такой хороший экзамен. Тем временем вырываются в контратаку футболисты. Ушму Алдьер по левому флангу. Удар поворота. Вот так вот, друзья, огрызаются. Абдурахман Абдухаков пробивал поворотом с левой ноги. Чуть выше ворот мяч пролетает. Ну и вот я говорил о том, что недооценивать Мурас Юнайтед и другие команды никоим образом нельзя. Та же Карабалта в этом году продолжает свое участие. И они также должны прогрессировать и в этом году показывать, наверное, более такой осознанный, зрелый футбол и добиться наконец-таки повышения хотя бы турнирной таблицы. Навес на штрафную площадь. Ягр был там совсем один, но не точно оказалась передача. Очень высоко был мяч поднят и забирает мяч футболисты Ушму Алдьер. Кристиан Браузман исполняет, как и мы привыкли, роль правого латераля, правого защитника. Вообще-то именно на этой позиции он выступает. Ну и в сборной Кыргызстана мы видели, что Кристиан Браузман может прекрасно чувствовать себя на позиции центрального защитника. Особенно, когда команда играет три центральных. Вот в этом случае все сильные, наверное, стороны Кристиана Браузмана видны. Сегодня он крайний защитник. Ягр, перехват на чужой половине. Ответная передача. Грудью мяч останавливает Замирбек Улубектор. Сигнализирует Ягр, что было попадание в руку. Но даже отсюда, с трибун, было заметно, что в рамках правил сыграл шестой номер Ушму Алдьер. Плюс 19. Прекрасная погода стоит в Канте. Настоящая такая весенняя футбольная атмосфера, да? Джумашев. Очередной проход. Прострел. И бил по воротам. Арлен Шаршембеков, один из лучших бомбардиров своей команды в розыгрыше прошлогоднем, чемпионском розыгрыше. Его вклад также неоценим, но сейчас, в данном эпизоде, Арлен Шаршембеков, конечно, сплоховал. Хотя мы можем здесь строить из себя специалистов, сориентироваться моментально, тем более перед воротами оппонента. Это не самое легкое дело.
Ну, пристреливается футболист цыганской команды. Преимущество, конечно же, за ними и по владению, и по ударам. По ключевым, можно сказать, показателям. Преимущество невооруженным глазом. Это видно у цыганской команды. Калуги. Очень высокий пас направо. И на втором этаже очень здорово играет здесь защитник Кошко. ЛДР. Мяч уходит в аут. Азим Азаров. С левой ноги передача. Ну, здесь обработка, конечно, у Шашибекова на уровне фантастики. ЛДР. Раскрывается атака ЛДРа. На флангах даже открылись футболисты. Ну, не очень здесь, конечно, все было сделано. Наркозуев Уламбек ошибается. И Абдышата снова в атаке на правом фланге. Мяч. Смещение в центр. И никакого сопротивления. Шашибеков. Изахов. Сыграл на Джумашева. Джумашев обратно на Шаршембекова. И здесь нет. Все-таки аут будет в пользу алканской Абдышате. Рикошет был небольшой от футболиста Ушмалдьер. И атака Пивоваров продолжается, как любят, да, у нас их говорить про канскую команду. Ну, прозвище такое. Мяч остается. Изаков. У Абдышате. Шаршембеков играет направо. Браузман будет делать навес. Хороший навес! Здесь чуть был автогол, не залетает. Разбираются защитники пока что. Джумашев. Рикошет небольшой, отскок. И на подборе футболисты. Абдышате здесь можно было забить. Но вовремя вылетает из своих ворот Мухаммадали Ашуров. И, кажется, столкнулся он с Ягром. И получает повреждение. Ну, поосторожнее нужно. Медбригада должна появиться на поле. Но момент, конечно, был убойный для того, чтобы забить. Тот же Ягр был готов к тому, чтобы уже замыкать. Но Мухаммадали Ашуров, конечно, по-геройски здесь выскочил и отвел угрозу. В этом году также у нас стартовали в рамках КПФЛ матчи дублирующих составов. То есть у каждой команды должен быть второй состав молодежный. У них тоже свой чемпионат будет. Это тоже очень здорово, потому что для развития молодых футболистов им в первую очередь нужна игровая практика. И в рамках чемпионата они будут, конечно, эту практику набираться. Ну и также очень большое внимание в этом году, вообще в последнее время уделяется нашему чемпионату первого дивизиона. Национальная лига, да, как у нас его называют. То есть вслед за КПФЛ у нас есть и Национальная лига. Такого рода чемпионшип кыргызский. И эти матчи тоже мы можем в будущем смотреть в прямом эфире. Так же, как и матчи дублирующих составов. И в будущем, конечно, это послужит нам огромную службу. Кроме развития молодых футболистов, это будет иметь значение в плане, медийном плане, потому что с молодыми игроками уже и зрители, и мы также будем знакомиться, будем знакомы, и в будущем, конечно, это все даст огромные плоды. Тем временем снова Абдышаты в атаке. Абдышата, то есть, в атаке абдышатинцы, но найти ключи к воротам Мухаммадали Ашурова у них пока не удается. Калугин стал настоящим лидером своей команды. Вот сегодня также с капитанской повязкой Михаил Калугин находится на поле. И заслуженно, можно сказать, он эту повязку взял. Арлен Шаршембеков. Смотрите, какая у него скорость хорошая. И что там? Удар от ворот. До удара довести дело не могут пока футболисты Абдышате. Но в целом, конечно, игра у них смотрится поживее, нежели у ЛДРа. ЛДР будет искать свое счастье, можно сказать, будет искать в своих контрвыпадах. А может быть и надеяться на ошибки оппонента. Это Джумашев.
без нарушения правил, по мнению Шалаева. Перехват. Ягр. Здорово. Быстрее нужно подключаться Атаю Джумашеву. Здесь на поле все еще находится футболист Шмалдьер. Ну, благо, что с ним все в порядке. Поднялся. 7-й номер команды. Капитан Джалалулу Адилет. Ахматов. Ягр. Сохраняет мяч под прессингом. И свистит Денис Шалаев. Будет стандартное положение. Еще одно довольно опасное. Здесь уже левоногий, да, футболист могут пристрелиться по воротам. Не Атай Джумашев. Вот также мы видим, что Джумашев не идет туда. Но правоногий. Ну, левая нога у него неплохая. Мы знаем об этом. И в прошлом году не зря он наколотил такое огромное количество мячей на ряду. То есть вместе с Эрнисом Батыркановым этот тандем, конечно, навел шороху в прошлом сезоне. В этом году Батырканова пока, наверное, в обшоте не увидим. Но этот тандем, конечно, хотелось бы еще на этот тандем посмотреть. И не только в клубе. Тем временем левоногий Калугин бьет по воротам. Реагирует здесь Мухаммадали Ашуров. Неплохой такой плотный удар получился, но вратарь занял очень хорошую позицию, не стал даже прыгать кулаками, не стал рисковать даже Ашуров, и кулаками выбивает мяч в поле. Айзар Ахматов. Аут в пользу Шмалдьер. Заканчивается у нас 20-я минута, друзья. Быстрого мяча мы не увидели, хотя я ожидал, что Абдышата постарается стартовать с места в карьер, то есть забить быстрый гол. Сделать у них это не получилось, хотя и были шансы. И быстрого мяча мы сегодня не увидели, как я ожидал. Тем временем на правом фланге атака развивается у Абдышаты. Вот последнего паса не хватает. Вот, и правый фланг, и левый фланг очень здорово работают у канской команды. Но вот уже передачи в штрафную площадь, они безадресные, как бы сказать. И вот это все вот мешает пока картовчанам наносить опасные удары. Прихрамывает здесь, видим, тем временем футболист Полуджан Шарифов. Требуется ему помощь медика. Небольшая пауза возникает. Большое количество в составе Ошмалдера есть, конечно же, игроков бывшего Алдера. Ну и кроме них, конечно, есть Антон Федунин, который в составе Каганата поиграл. Опытный Джалалулу Адилет. Но в основном, как я уже отмечал, большое количество молодых футболистов в составе Ошмалдера присутствует. Для молодых футболистов, конечно, участие в чемпионате Кыргызстана — это большая возможность, чтобы заявить о себе и, может быть, в будущем оказаться в более статусных клубах, в том же Дордое, Алге, Алае, а может быть, и уехать за границу. Посмотрим. Если наш внутренний чемпионат будет развиваться в таком же темпе, как сейчас, как за последние несколько лет, я уверен, что в будущем мы наших футболистов увидим в сильных зарубежных чемпионатах, не только в Индии, в Индонезии, в Малайзии, в Гонконге, в Китае, а может быть и в странах Центральной, Восточной, а также Западной Европы. Это, наверное, мечта каждого болельщика Кыргызстана. Тем временем Христиан Браузман с мячом на правом фланге. Хорошая передача. Арлен Шаршенбеков далее направо в развитии атаки. Передача проходит, но прострелить Сергею Цканяну не удается. Один из самых активных игроков в составе
Абдышаты. Как раз таки Сергей Цканян под 97-м номером. Новичок этой команды. Но уже зарекомендовал себя. Видно, что футболист интересный. И по ходу чемпионата Цканян может стать вторым Калугиным. Почему бы нет? Калугин является настоящим любимцем публики. Атака Абдышаты на левом фланге. Аряд Изаков. Передача. Ну вот, смотрите. Который раз уже навешивает футболисты фланговые Абдышаты в центр штрафной площади в сторону 11-метровой отметки. Но ни одна из передач до адресата не доходит. И до удара пока дело не доходит в этом матче, друзья. 24-я минута встречи. Чуть больше половины первого тайма, друзья, позади. Не сказать бы, что преимущество Абдышаты прям явное, да. Владение, конечно же, за Абдышатой. В целом, моментов, в которых мы бы эмоционально на эти моменты отреагировали, таких моментов пока не возникает. Я сам по себе эмоционален, и в случае, если сейчас одна из команд откроет счет, это будет очень здорово. Тем временем Ошмалдер на левом фланге. Высокий навес. Отбивается футболист Абдышаты и... Наконец-таки заявляют о себе футболисты Ашмалдьер. Конечно, поближе хотелось бы познакомиться с этой командой, с игроками этой команды. И по ходу чемпионата я надеюсь, что нам это удастся сделать. Здесь вратарь выходит из ворот. Марсель Исламкулов. Тоже за ним интересно понаблюдать. В запасе Лукман Бахтабеков и Утман Гадырбеков имеются в составе Абдышаты. Утман Гадырбеков пока в резерве. Абдышата в атаке снова. Христиан Браузман на правом фланге длиннющими ногами достает мяч и зарабатывает угловой для своей команды. Еще один стандарт, друзья. Вы прекрасно можете слышать болельщиков местных. Наверное, один из самых шумных стадионов Кыргызстана. Шумных болельщиков Кыргызстана. Это как раз катавчане. И не стоит забывать, конечно, и болельщиков Аушского Алая, который также в большом количестве собирается на матче своей команды, а также болельщиков Дурдоя. Здесь навес! И что там? Штрафной. Ну, нарушение правил в атаке со стороны Эммануиля Ягра. Видим, фиксирует Денис Шалаев. И сейчас Мухаммед Али Ашуров должен вести мяч от своих ворот. Остаются футболисты Ошмалдьер с мяча. Аут вводят футболиста Ошмалдьер. Разбирается здесь Христиан Браузман. Выбивает мяч. В аут. Снова видим. Спокойно забирает мяч защитник Абдышаты. Верхом передача в сторону Ягра. И аут в пользу Ошмалдьер. Не согласен с решением арбитра Ягр. Впереди одиноко маячит Ягр. Под девятым номером. Ну и большие надежды, конечно, в сторону него. Из-за того, что он является эдаким, можно сказать, одним из самых опытных игроков в кыргызском футболе. Я точно не помню, но уже несколько лет он выступает в нашем чемпионате. За Алай успел поиграть. И вот перешел сюда, в Кадыскую Абдышату. И также, конечно, в этом году он постарается побороться за звание лучшего бомбардира. В прошлом сезоне он в этот список входил вместе с Атаем Джумашевым, Эрнистом Батыркановым. Вот как раз таки Эммануиль Ягр был главным оппонентом Атая Джумашева. Браузман направо. Аут. Нет, аут еще не было. Сейчас стоит у катавчан. Азимазаров налево. Харят Изаков. Джумашев. Вот этот вот Изаков и Джумашев, конечно, очень здорово друг друга понимают. И будет аут. Ну,
вот, уклон на левый фланг, мы как неоднократно отмечали, несколько мгновений назад мяч находился на правом фланге, теперь уже оказался налево. Еще одна ошибка, конечно, Азим Азаров мог сыграть и по-другому, но пытался он в касании красиво переправить мяч в сторону Атая Джумашева, но мяч предательски уходит за лицевую линию. 28 минут позади, друзья. Если сегодня футболисты Ошмуалдьер смогут набрать их первые свои очки, это будет, конечно, для них историческим результатом, учитывая, что это будет первый балл, заработанный этой командой в рамках Кыргызской премьер-лиги. Это, конечно, всегда большое событие для любой новосозданной команды. Прессингуют футболисты Дышате, Джумашев и Ягр, но уверенно играют защитники. Уж Балдер, смотрите, как здорово сыграл здесь Айзар Ахматов. Отдал передачу вперед. И нарушение правил. Стандарты, наверное, одна из возможностей для Ошмуалдьер сегодня зацепиться за очки и забить гол. И желательно, конечно, футболистам Ошмуалдьер зарабатывать эти стандарты поближе к воротам оппонента. Здесь никакого нарушения не было. Сам футболист Ошмуалдьер мчался вперед, сам же и мяч потерял. А вот здесь вот было. За руку придержал оппонента футболист Ошмуалдьер. Шалаев, конечно, все контролирует. С ним шутки плохи, вы знаете. Можно дать и не только желтую, но и красную карточку в случае, если будут грубые правонарушения. Калугин далеко мяч выбивает. На позиции Магомеда Узденова видим, играет Азим Азаров под восьмым номером. Вот сейчас можно посмотреть рисунок построения футбольного клуба Абдышата. Бразман справа, Калугин и Айзар Ахматов в центре. Слева у нас выступает на позиции левого латераля Кайрат Изаков. Вот эта вот четверка является защитой. Перед ним выступает Азим Азаров. Чуть выше Арлен Шаршенбеков, Тимур Чарыев и Сергей Цканян, Атай Джумашев и Эммануэль Ягр, они играют в атаке. Так вот и возможность, о которой мы говорили. Стандарт в пользу Ошмуалдьер. Посмотрим, чем это все закончится. Есть навес высокий. Ну и Калугин и голкипер Абдышате Марсель Стамбулов спокойно проводили взглядом этот мяч, понимая, что никто уже не достанет такую высокую передачу. Азаров. Передача назад. Тимур Чарыев сыграл на защитника Браузман. Ягр. Штрафной. Уже лежа играл Эммануэль Ягр в этом эпизоде. И, кажется, шипами своих бутс задел оппонента. И опять слышим свисток Дениса Шалаева. Федунин. Один из самых опытных игроков в составе этой команды. Высокая передача на край. Здорово. Но Браузман в самый последний момент успевает к этому мячу. Хотя, конечно, передача была классная со стороны Федунина. Атака Ошмуалдьер продолжается. Но если крен мы видим у Абдышата именно на левом фланге, также и у Ошмуалдьер мы видим, что почти все атаки проходят именно с левого фланга. Джумашев смещается в центр. В центральном круге он. Дальше передача в сторону Чарыева. Чарыев на Браузмана.
Перехват следует. Нет. Азаров. Точнее, сохраняет он. И быстрее можно отдать передачу. Вот так вот. Алдьер в атаке. На грани офсайда там выпрашивает нападающий Алдьера передачу. Хороший пас. И удара. Как такого не получилось. Акмалджон Юлдашев оказался на ударной позиции. Ну и не менее классная передача в сторону него со стороны Владбека Наркузуева. Была опасная атака на самом деле. Если бы даже как такого сильного удара не состоялось. Но у Шмуэлгер могла ситуация, при котором они счет открыли бы. Вот в этом случае, я думаю, что Абыша та еще больше пошла бы, с еще большими силами пошла бы в атаку. Все стало бы намного интереснее для местных болельщиков. Калугин. Конечно, они не хотят, чтобы Абышата пропускала, но чтобы разбудить эту команду, я думаю, что им сейчас Ошмуалдер для этого должны открыть счет. Саршенбеков. Здорово. Ну и в центре большое скопление футболистов. И именно по центру решили идти в атаку футболиста Абышате. Но по центру это сделать трудно. Здесь Калугин ошибается. Хорошее смещение. Передача дальше со стороны Абдухакова. Но могли поувереннее, конечно, действовать футболисты. Ошмуалдер. Одна из редких возможностей у команды возникла для того, чтобы забить. Хотя и видим, что после середины тайма, во второй половине первого тайма, очень смело начали, смелее начали чувствовать себя гости, там, игроки Ошмуалдер. И сейчас у них, может быть, будет такой отрезок, при котором они должны постараться счет открыть. Потому что футбол, вы знаете, да, как весы. Инициатива могут переходить от одной и другой команды, от одной и другой команде за весь матч несколько раз. Поэтому вот этот вот подъем, эмоциональный подъем, должны этим подъемом воспользоваться футболисты Ошмуалдер. Куда бы счет открыть. Посмотрим. Еще один стандарт, друзья. Еще один навес, скорее всего, будет. 36-я минута у нас только стартовала. Чуть меньше 10 минут до завершения основного времени первого тайма. Навес. Первым на мяче защитник Абдушаты. Здесь против голкипера нужно играть осторожнее. Но арбитр молчит. Еще один прострел. Ну вот теперь уже Марсели Сампло спокойно мяч забирает. Быстро он начинает атаку своей команды в сторону Ягра. Он умеет цепляться за мячи, что и делает. Перевод. Попытка перевода налево в сторону Атая Джумашева. Неточная передача. И снова Ошмуалдер с мячом. Наркузуев. Вперед. Вот увидели мы скоростные данные Михаила Калугина. Тяжеловат, конечно, будет для особенно против юрких и таких худощавых нападающих Ошмуалдер. Перебегал, можно сказать, Калугина. И вот в расчет можно сделать на длинные передачи в сторону нападающих, со стороны полузащитников и защитников. Именно в этом, наверное, могут искать голевые моменты футболисты Ошмуалдер. Хотя напарник Калугина Айзар Ахматов, у него скорость неплохая. Он может, если будет страховать, то может догнать нападающих соперника. Браузман сыграл на втором этаже назад на своего голкипера. Калугин. Изаков. Центр. Не поняли здесь друг друга Азим Азаров и Христиан Браузман. Мяч уходит в аут. И снова мячом владеет футболисты Ошмуалдер. В 2016 году последний раз Алдьер участвовали в розыгрыше чемпионата Кыргызстана. Но с тех пор про эту команду слышно не было. Да, они играли в национальном чемпионате, во втором дивизионе, можно сказать, если брать КПФЛ. Во втором по силе, надо сказать, по престижу розыгрыше чемпионата Кыргызстана. Ну и
В национальной нашей лиге есть две зоны, зона А и зона Б. Там также представлено много интересных команд. Из Токмака, из Иссык-Кульской области, из Джалалабадской области, из Баткенской области. Можно сказать, весь Кыргызстан представлен в нашем национальном чемпионате. И хотелось бы, конечно, чтобы и в будущем в розыгрыше кыргызской премьер-лиги участвовало как больше, можно больше команд с каждого региона. Тем временем Ошмалдер в атаке на левом фланге снова. Хороший пас. Не сумели мяч сохранить футболисты Ошмалдер. Ну, немного, наверное, технических данных игрокам Ошмалдер не хватает, учитывая их молодой возраст. Джумашев сам стянул на себя двоих. Изаков снова Джумашев. И передача не получилась. Джумашев упал. Еще один навес. Добежит туда мяча. Арлен Шаршенбеков сохраняет мяч. Остается сфера в игре. И проник уже в штрафную площадь Чарыев. Но возможности для удара у него не было. Браузман. Галугин. Налево. Захов. Азаров. Галугин. Увидел Джумашева. Здесь без нарушения правил. Шалаев непреклонен. Совсем рядом он находился. Ну, таких винтов он насмотрелся за свою карьеру. Просто так. Шалаева не перехитришь. Азаров. Снова, да, мяч стягивается именно на левый фланг атаки Абдушаты. Вот один из, наверное, очевидных моментов при игре Абдушаты — это как раз-таки уклон на фланг Атая Джумашева. Огромный, можно сказать, уклон. Ну, снова мяч приходит налево. Изаков. Ягр. Предлагает себя. Хорошо скидывает на Чарыева. Чарыев пробивает поворота. Опасно, друзья. Вот так эмоционально выдохнули болельщики на центральном. Сказать бы, что опасно, да? Мяч прошел, кажется, в двух метрах от ворот, но, тем не менее, возможность для удара возникла. 41-я минута матча. Что можно сказать о первом тайме в этом матче? Да, Абдушата владеет мячом, да, Абдушата играет, по крайней мере. Ну и Ошмалдер, конечно, своими атаками огрызается. У них тоже были моменты. Не сказать бы, что матч равный, инициатива у Абдушаты на самом деле, но владеть инициативой и эту инициативу воплотить в победу, воплотить в забитые мячи — это уже совсем другое дело. Хоть может 90% времени владеть мячом, но без забитых мячей это все пустое дело. Поэтому и болельщики тоже в ожидании наконец-таки первого забитого мяча в рамках розыгрыша чемпионата Кыргызстана этого сезона. Федунин. Высокий пас вперед. Калугин на втором этаже реагирует, но скидывает мяч не очень-то и удобно. Абдухаков, 23-й номер. Ошмалдер очень активен. Именно через него, можно сказать, проходит большое количество атак. Аут был в пользу Абдушаты, оказывается. Цканян. Вот и правый фланг заработал Абдушаты. У Цканяна также, видим, очень хорошие данные скоростные имеются. Здесь он, можно сказать, прошел уже по правому флангу, но не было у него возможности для подачи. Снова оттянулся назад, снова возвращает мяч он Христиану Браузману. Браузман, смещение в центр. И прочитана была эта атака. Уже очень открыто и предсказуемо действовал в этом эпизоде игрок национальной сборной. И мяч возвращается к Мухаммаду Али Ашурову. Изаков. То есть Айдар Ахматов. Шаршенбеков. Чарыев направо от Нацканяна. Браузман.
снова перехватывают мяч футболисты. Ошмалдер, и хорошая возможность. Добегает все-таки до оппонента Кристиан Браузман. И не дает ему пробить. Но, конечно, трудное дело убежать от такого уже опытного, многоопытного игрока, как Кристиан Браузман. Кроме того, как он уже долгое время выступает в стартовом составе своей команды. Кроме этого, он играет, и, как я уже отмечал, и за нашу молодежную сборную, а также и национальную сборную. Калуге. Близки мы к завершению тайма. 44-я минута у нас только стартовала. Посмотрим, сколько добавит Денис Шалаев. Но больших пауз не было. Максимум, наверное, 2 минуты будет добавлено. Высокий прессинг вступает футболисты. Шаты на чужой половине. Добиваются они своей цели. Выбивают защитники Ошмалдер мяч в аут. И продолжает мячом владеть футболист Абдышате. Браузман снова зарабатывает аут для своей команды. Скидывает очень далеко в сторону Ягра. Ягр на фланге. Уходит от соперника. Но максимум, что он успел сделать, это заработать угловой. Ну и вот кричалка местных болельщиков в сторону Ягра. Огромная поддержка в сторону него и большая надежда в сторону него от местных болельщиков, что он продолжит забивать, как и в прошлом сезоне. Разыгрывает мяч футболист Абдышате. Азаров с левой ноги навесил, но неудобно, конечно, было. Ахматов теряет мяч. И здесь страхует своего партнера Арлен Шаршенбеков. Именно от него мяч уходит в аут. Тем временем у нас последняя минута основного времени стартовала. 45-я минута матча. С мячом футболисты Ошмалдер. Не было аута. Айзар Ахматов. Также на пару с Христианом Браузманом они забирает мяч под свой контроль. Ахматов. Но сегодня он много отдает таких передач, проникающих именно со своей половины. Это рисковое дело. И вот сейчас Азар Ахматов ошибся. Мяч остается у Ошмалдер, хотя там было нарушение правил. Неплохая атака может получиться. Беламбек Улуиса на левом фланге. Есть навес! Кто не поддержал эту атаку. Минуты. Да, 2 минуты Денис Шалаев добавляет первому тайму. Первая минута уже стартовала. Полторы минуты еще играть командам. Калуге. Ну, мысленно, наверное, команда уже находится в раздевалке, потому что не все получилось у Абдышате в первом тайме. А также видим, что мы увидели, что у Ошмалдер при должном отношении могут появиться моменты для того, чтобы забить. Поэтому на второй тайм гости должны выходить более заряженными именно на атаку. Потому что команда Абдышата, особенно в начале чемпионата, не без греха. И не зря эта команда сыграла в первом туре в ничью. Да, команды должны вкатываться в сезон, но не зря проводится предсезонная подготовка. Огромное количество времени было у команд на то, чтобы подготовиться к старту чемпионата и сводить именно все к тому, что это начало чемпионата никоим образом нельзя. Потому что есть пример других чемпионатов, когда уже с первых туров ведется борьба за высокие позиции. Атай Джумашев, навес на ближнюю штангу. Здесь спокойно первым на мяче оказывается защитник Ошмалдер. Шаршенбеков. Это Тайзаков. Был Гайрат. Сколько там осталось? У нас полминуты еще. Есть возможность для проведения атаки. И вот здесь вот. Неплохо. Мурзалим Улубакет. Мяч сохраняет. Быстрее, быстрее. Нужно принимать решение. Так и есть. И можно же пробить. Но не получается здесь Браузмана пройти. Стелится в подкате уже футболист команды Ошмалдер. Мяч сохраняет. Атака должна продолжиться. Ну и все. Завершается у нас, друзья, первый тайм. Счет у нас пока не открыт. Счет 0-0, друзья. Ну и через несколько минут мы с вами снова здесь на стадионе Центральный услышимся. Друзья, не отходите далеко от экранов.
Друзья, возвращаемся мы на стадион центральный в город Кант, где в рамках второго тура Кыргызской футбольной премьер-лиги проходит матч между командами Абдышата и Ошму Алдьер. Неплохой первый тайм остался позади, но пока счет у нас не открыт. Обе команды смогли неплохо показать себя в атакующих действиях. Были моменты, конечно, моментов побольше было у Абдышаты, но нельзя сказать о том, что прям вот 100% голевой момент создали кантовчане. Это касается и гостей сегодняшнего матча, но тем не менее по ходу первого тайма мы видели несколько интересных комбинаций у ворот соперника со стороны футболистов Ошму Алдьер. Одно изменение в составе гостевой команды имеется. Появился на поле у нас Мади Шодалиев под четвертым номером. Ну и состав Абдышаты пока без изменений. Как раз таки ознакомимся мы с составом канской команды. Марсель Исампулов под 71 номером в воротах. Второй — Христиан Браузман. Третий — Михаил Калугин. Восьмой — Азим Азаров. Девятый — Эммануэль Ягр. Десятый — Арлен Шаршимбеков. 18-й — Карят Изаков. 19-й — Тимур Чарыев. 34-й — Айзар Ахматов. 70-й — Атай Джумашев. И 97-й — Сергей Цканян. Арикан Абдурахман работает в качестве главного тренера. Ну и состав гостевой команды: Мухаммадали Ашуров 32-й в воротах, Замирбекулу Биктур 6-й, Джалалулу Аделет 7-й, Юлдашев Акмалдон 10-й, Бахыт Мирзалимулу 11-й, Уланбек Нарпулиев 13-й, Иса Миланбекулу 14-й, Антон Федунин 20-й, 22-й Марадона Сафаров, 23-й Абдухаков Абдурахман и 77-й Пуладжон Шарифов. Также Мади Шодалиев под четвертым номером появился на поле. Главный тренер Ошму Алдьер — Айбек Сулайманов. Денис Шалаев сегодня работает в качестве арбитра. Сергей Грищенко и Эльдер Салыбаев ему помогают на флангах. Резервный арбитр Медер Тачиев. Комиссар матча — Улукбек Апиев. Успели создать момент в предыдущем эпизоде футболисты канской команды. Но большего, конечно, ожидают местные болельщики от Абдышаты. Забитых мячей пока нету. Ну и очень интересно, конечно, узнать мнение главного тренера Арикана о том, во что пытается играть Абдышата. И во что вообще будет играть Абдышата в этом сезоне. Если все так и продолжится, конечно, защитить чемпионское звание этой команде будет трудновато. И опять же, да, мы приходим к тому, что это только начало чемпионата, но это не оправдание. Обладая статусом чемпиона Кыргызстана действующим, абдышатинцы с такой командой, почти новичком нашего чемпионата, Ошму Алдьер, должны чувствовать себя прекрасно и, по мнению многих, забить немалое количество мячей. Но это футбол, друзья, это живой футбол. И на словах мы можем говорить разное, но на деле показать все, на что способна команда, это уже совсем другое дело. Вкатывается команда в сезон. Айзар Ахматов, Шаршимбеков, направо, Сканян сместился в центр, очень хитро сыграл, дальше прострел. Успевает Федунин к этому мячу, мяч зависает в воздухе. Пытается выбить футболисты Ошму Алдьер этот мяч. Здесь Христиан Браузман борется с Абдухаковым. Абдухаков очень хорош. В первом тайме очень хорошее впечатление Абдухакова оставил. Абдухаков. Шаршимбеков. Сканян. Без нарушения. И аут будет в пользу Ошму Алдьер. Смелее играет во втором тайме гости. И, может быть, поняли, что с такой Абдышатой можно играть. Мурзалим Улубакат отдает передачу направо. Здесь также, нет, здесь было нарушение, Шалаев свистит. И сейчас будет еще один стандарт в пользу гостевой команды. Такие новички нам нравятся, как Ошму Алдьер, да? Очень неплохо они смотрелись в рамках первого матча в Аше с Алаем. Один гол пропустили, минимально проиграли. И довольно неплохо смотрится также и в этом матче. Не самый, конечно, хороший календарь, можно сказать, есть у команды Ошму Алдьер. Сразу сыграть с Алаем, в туре с Абдышатой.
гордостью они пока играют, могут они гордиться, то есть, своим выступлением в матче в первом. А также, если сегодня также они смогут отобрать очки у действующего чемпиона, то это будет, конечно, очень хорошим показателем для команды Ошмалдия. Браузман. Ошибается Христиан Браузман в центре. В центре он отдал передачу. Здесь тем временем Марадона. Марадона Сафаров. Вот уж никогда не думал, что буду комментировать матчи Марадона. Ну, довелось, да? Марадона Сафаров под 22-м номером играет в составе команды Ошмалдия. И сразу же, да, такое вот мнение должно, наверное, высказаться. Его родители, его, может быть, отец, наверное, был большим поклонником Диего Армандо Марадоны. И вот в честь этого великого игрока Марадона Сафаров и получил свое имя. Мячом Мишата. Джумашев. Прострел. Ягор. Грудью мяч останавливает с левой ноги. Пробивает. Ну а мяч оказывается в руках у Мухаммада Али Ашурова. У Ашурова дел немало, но не сказать бы, что трудности, которые у него возникают, они доставляют неудобства для голкипера. Ошмалдия. Айзар Ахматов сам отдал передачу на Ягра. Ягр ждет подключения с левой ноги. Передача с Конян. Первый мяча. Высокий навес. Скидка. Атай Джумашев! Бил поворотом, вратарь уже не успевал. Защитник на пути мяча встает. И это звоночек. Браузман с носка пробивал. И будет удар от ворот. Шалаев, видим, говорит, что все контролирует, все видит. Хотя был намек на то, что после удара Браузмана мяч попал в руку одного из защитников. Ну, если Шалаев все видел, то куда нам? Еще раз посмотрим на повторе, что же там было. Ну да, мяч попадает в руку, но правила игры рукой, они трактуются, есть определенные правила. Если площадь тела не увеличивается и рука стоит естественным образом, в этом случае игру рукой нельзя называть. И на повторе было видно, что рикошетом от ноги мяч уже попадает в руку, а рука поставлена на него так, что защищает его лицо. Еще одна атака Абдушаты тем временем. Джумашев трудится за всех. Передача, удары! Ай-яй-яй, вот это вот момент. Атай Джумашев все-таки добился своего. Его прицел, можно сказать. Набил, можно сказать, свой прицел. Сергей Цканян провел поворотом. Это, наверное, наверное, лучший момент, который успели создать за этот матч футболисты Абдышате. Очень опасно было. Если бы мяч полетел чуть-чуть ниже, то и голкипер, кажется, не доставал бы, потому что мяч летел по такой траектории, что под перекладину мог залететь. Ягр снова борется за мяч. Активен Ягр. Но его активности пока не хватает. Мяч в руках у Мухаммада Али Ашурова. Ашуров. Далеко мяч выбивает. Не смогли зацепиться за мяч футболисты Ошмалдия. Шаршибеков отыгрывает назад. Заков. Чумашев. Центр на Арлена Шаршибекова. В касание. Ягра. Ягр пробивал с левой ноги. Еще одна возможность. Вот с каждой минутой второго тайма мы видим, что Абдушата начинает усиливать свой натиск, свое давление. Ну и сейчас, если футболисты Ошмалдия перетерпят вот это вот давление, они могут воспользоваться усталостью футболистов Абдышаты. Перехват в центре. Подкате стелится Браузман. Здорово. Мяч снова к нему возвращается. Браузман сам пытается пройти по правому флангу, но зацепиться за мяч должным образом у него не получилось, дабы развить свою атаку, свою скорость. Но тем не менее... Азаров. Браузман сыграл назад на Айзара Ахматова. Ахматов. Вперед в развитии атаки. Передача.
Хороший пас. Шаршенбеков. Проходит соперника, отдает передачу и со второго этажа пробивает. Еще один удар здесь уже. Голкипер вступает в игру, но до этого было зафиксировано положение вне игры. Вот так вот. Три подряд очень опасных моментов создают футболисты Абдышаты. Не везет команде, не везет Абдышате. Да, иногда такое бывает, да, что мяч как будто заколдован, как будто ворота заколдованы у Мухаммада Али Ашурова. И сколько бы ни били футболисты Абдышаты, пока мяч залетать в сетку отказывается. Мухаммад Али Ашуров вводит мяч. Далеко вперед. Цепляется футболист Ошмалдер за мяч. И перспективная атака на правом фланге. Мяч. Было ли нарушение? Нет. Шалаев показывает, что можно продолжать. Айзар Ахматов. Отличный пас. Сканян. Один на правом фланге. Сместился в центр. Выжидает подключение. Тимура Чарыева. Чарыев простреливает. Но здесь должен первым играть голкипер. Так и есть. И мяч уходит в аут. Ну вот такого футбола болельщикам Абдышаты не хватало. Яркого, взрывного, с большим количеством комбинаций, пасов, передач и ударами. Наконец-таки. Ахматов. Азаров. Калугин. Азаров. Аут. Вот ясно можно здесь увидеть, что Азим Азаров играет именно на позиции Магомеда Узденова. Эдакий диспетчер своей команды. Калугин. Налево. Изахов. С Джумашевым отыгрался. У Джумашева передача не прошла. И контратака получится ли? Нет. Все было прочитано. И успевает вернуться назад Христиан Браузман. Отыгрывает на Марселя Исламкулова. Калугин. Ахматов. Сканян. Рядом есть Браузман. Можно на него и можно и в центр. Браузман. Будет подавать. Нет, прострел. И кто же окажется первым мяча? Не разобрались в ситуации футболиста Абдышате. Сканян. Мяч сохраняет, но переходит мяч к оппонентам. На подборе снова играет первый игрок Абдышате Азим Азаров. Ошибается. И четыре футболиста Ошмалдер могут вырваться в контрвыпад. Это успели все-таки вернуться. Вот Браузман возвращается назад. Но все равно. Три футболиста в штрафной зоне. Ай-яй-яй. Здесь Пуладжон Шарифов. И вместе с Абдурахманом Абдухаковым не смогли разобраться. Хотя это была возможность, да? Для того, чтобы счет открыть наконец. В этом сезоне, вообще в этом году. И вообще в своей истории в рамках чемпионата Кыргызстана Ошмалдер еще не забивали. 23-й номер. Абдурахман Абдухаков покидает пределы поля. Вторая замена в составе у Ошмалдер. Один из самых активных игроков. Ну, подустал. Абдухаков был очень активен и по ходу первого тайма, и во втором тайме, видимо, он пытается цепляться за каждый мяч. Но сейчас пришло время уступить на поле другому игроку. Игрок под девятым номером. Замена по позиции нападающего. На нападающего, кажется, меняет у нас Абек Сулайманов. Замена в команде Абдул Бори Василджанов появляется у нас на поле. Под номером 23. Абдул Хакова. Абдурахмана в игру вступил. Игрок Сканян. Хорош. Мир сохранил. Василджанов. Абдул Бори. Чарыев. На левом фланге мяч. Изаков. Будет подавать. Высокий очень навес. Всех мяч прилетает и оказывается в ауте. Повреждение получает Сканян тем временем. Осторожнее нужно. Ну, здесь у нас еще есть беговая дорожка.
асфальтированная. Поэтому игрокам нужно осторожнее. Сейчас, да, в Европе такие стадионы популярностью не пользуются. Сейчас стадионы строят так, именно футбольный стадион. Там никаких легкоатлетических дисциплин не проводят, только футбол. И трибуны очень близко находятся к полю. И такие стадионы, конечно, болельщики любят, с удовольствием ходят. Я надеюсь, что в будущем и такие стадионы появятся и у нас. Тем временем. Ой, хороший, прошедший проход, классный, и удар, и гол! Абдышатов все-таки забивает, Теймур Чары берет инициативу в свои, можно сказать, ноги. Сам сместился с правого фланга, сместился в центр, взял под левую и без шансов для вратаря ударил под перекладину. Вот такого вот мы ожидали от канской команды. Ну и здорово, что один из футболистов канской команды берет инициативу в свои руки и забивает. Таким образом, Теймур Чарыев становится автором первого забитого мяча в рамках нынешнего сезона в канской Абдышате. Счет в матче 1-0. Теймур Чарыев. Поздравляем мы пивоваров с этим забитым голом. Таким классным, да, вот сразу двоих окружил около себя. Чары сместился в центре, с левой ноги под перекладину, ровно пробивает, очень красивый мяч. Также видим, замена произошла в составе у Абдышаты. Азим Азаров покинул пределы поля под 8-м номером. И вместо него на поле у нас появился Фархад Мусабеков, друзья. Игрок национальной сборной Кыргызстана. Вот только сейчас я хотел говорить о том, что какие игроки находятся в резерве, кто может усилить игру Абдышату. Вот появляется Фархад Мусабеков, который последние несколько лет играл в соседнем Казахстане. Играл неплохо. И вот вернулся он в наш родной кыргызский чемпионат, чемпионат Кыргызстана, что очень здорово. За такими опытными, одаренными игроками следить всегда приятно. Айзар Ахматов отыгрывает назад, Ислам Колов. Тем временем ветер поднимается в канте, ненастная погода стоит. Ой-ой-ой, какие действия там со стороны Калугина, чуть было не подвел он своего голкипера. Саршимбеков Орлен, мяч сохраняет. Ягр. Здорово ставит корпус Ягр, но вот исполнение паса, конечно, оставляет желать лучшего. Чарыев. Сместился, кстати, Чарыев на позицию, на котором играл Азим Азаров. Перед защитниками опорного. Здесь тем временем проход Атая Джумашева. Далековато мяч от себя отпустил. И мяч уходит за лицевую линию. Мухаммад Али Ашуров. А Фархад Мусабеков отправляется чуть выше, как я вижу. С номером он появился на поле. Поддерживать будет он, конечно, нападающих. И игрок атакующего плана, атакующий полузащитник, можно сказать. Именно эту роль он исполняет в нашей национальной команде и в других своих клубных командах. Сканян неплохо прорвался, создал момент для того, чтобы построить атаку своей команды, но распорядился мячом уже не очень здорово Арлен Шаршимбеков. Алдиер в атаке. Направо мяч отправлен. Марадона Сафаров сыграл направо, здесь мягкий навес. Браузман под прессингом действует, не стал рисковать Христиан и выбил мяч в аут. Вот, наконец выбирается на чужую половину футболиста Ошмы Алдиер. Тем временем у нас 65-я минута стартовала. 20 минут второго тайма позади. Один забитый гол мы с вами увидели. Ну и, конечно, с облегчением вздохнули болельщики местной команды, а также здесь сами футболисты. Я думаю, что вот этот вот забитый гол немного раскрепостит игроков Абдышаты и поможет, этот забитый гол поможет им в какой-то мере войти в новый сезон. Вот во втором тайме игра у Канта Абдышаты совсем поменялась. Больше конструктивности, больше осознанных действий, больше интересных комбинаций стало у Абдышаты. И вот
После первого тайма я уверен, что Арикан нашел нужные слова для футболистов своей команды. Тимур Чарыев, автор забитого мяча, вот, видимо, он и прекрасно себя чувствует на этой позиции. Чарыева мы видели чуть выше, да, на позиции атакующего полузащитника или центрального. Сейчас он играет опорника, даже не подключается к атакам, перед защитниками постоянно находится, ожидая передачи, ожидая атак чужой команды, соперника. И вот Мусабеков с мяча. В каких кондициях находится Фархад? Очень интересно нам бы хотелось, конечно, увидеть самые лучшие его исполнения с его стороны. Очень техничный и тонкий, можно сказать, футболист, как их еще называют, да, Фархад Мусабеков. Наитончайший футболист, один из, наверное, самых техничных игроков в истории нашего отечественного футбола. Его вклад достижения нашей национальной сборной последних лет. Огромный участник Кубка Азии 2019 года. Все мы знаем, какую магию там творили наши игроки. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас совсем другие времена. Ушел у нас главный тренер национальной сборной Александр Сергеевич Крестинин. Кто будет работать вместо него, пока неизвестно. Но известно одно, что чемпионат Кыргызстана наконец-таки стартовал до осени. Все будем наслаждаться нашим внутренним кыргызским футболом. Каким бы он ни был, он наш, он родной. Нарушение правил. Шалаев зафиксировал нарушение правил против Абдулбори Васильджанова под девятым номером, который несколькими минутами ранее появился на поле на замену. Мяча Мирланбек Улуиса под 14 номером. Еще один стандарт. 68-я минута встречи. Навес. Браузман первым на мяче. Далеко мяч выносится. Мусабеков. Нет, это Цканян. Догонит он мяч. Догоняет. И у него небольшой коридор имелся впереди. Передача с левой ноги до Ягра не доходит. Задумка была хорошая. И будет аут в пользу Абдышаты. Атака Абдышаты должна продолжиться. Ну, никуда не спешит уже местная команда. Кристиан Браузман не спеша подошел к мячу. Сейчас будет вбрасывать. Ну, он далеко умеет бросать. И в сборной он это неоднократно исполнял. Будет бросать прям к воротам соперника. Ягр борется на втором этаже. И возможность падения пробивает Ягр. И мяч сорвался с ноги. Вот было заметно. Хотя приложился он неплохо. Не попадает он толком по мячу. Вот еще раз посмотрим на повторе. Что же там произошло? Сам же поборолся. Сам же и мог забивать. Прекрасный момент, конечно, для того, чтобы забить. Тем временем мы видим, что появляется на поле игрок под 91 номером Келечек Касымов вместо Марадоны Сафарова. Жалко, что Марадона ушел с поля. Но, тем не менее, еще впереди у нас играть чуть больше 20 минут. Ягр. Нарушение правил в атаке. Вчера у нас состоялись два матча, друзья, в рамках Кыргызской премьер-лиги. Сегодня три матча, и на этом у нас второй тайм, то есть второй тур завершится. Нефчи обыграли Дордой во вчерашнем матче. Произведена замена в команде Ошмоу Алдия. Вместо игрока, игравшего под номером 22, Сафарова Марадоны в игру вступил игрок под номером... А также Алай обыграли Эльбирс во вчерашних матчах. Келечек. И таким образом Алай сейчас в турнирной таблице находится на первой позиции. Но это всего лишь два тура позади. Многое будет меняться. Вот даже опять же вспомним прошлый сезон, как проявили кантовчане
первый круг. Никто не думал о том, что во втором круге кантовчане смогут вырваться на огромное количество очков от своих соперников. Но, тем не менее, это случилось. Впервые в своей истории Абшина стали, наконец-таки, чемпионами Кыргызстана. Радости местных болельщиков не было предела. Тем временем, видим, один из футболистов Абшины находится на газоне. Еще одна замена готовится у Абдышаты, видим. Илья Кожухарь по 22-м номером должен появиться на поле. И матч у нас продолжается. Марсель Исламкулов сейчас ведет мяч на своих ворот. Ну, если при первой же паузе мы узнаем место, кого же Кожухарь появится на поле. Самкулов. Высокий мяч направо. Сканьян борется. Ягр за мяч зацепился. И хорошая передача от Айджумашев. Офсайд. Жалко, что офсайд, потому что идеально все сделал Эммануэль Ягр. Черепачком отправил почти один на один с голкипером на рандеву от Айджумашева Эммануэль Ягр. Но Айджумашев успел забежать в офсайд. Атака у Ошбалдера снова не получается. Все контролируют, да? И защитники, и полузащитники Абдышаты. И замена произойдет. Сергей Цканян покидает пределы поля. Ну, аплодисменты должны прозвучать, конечно же, в сторону Цканяна, потому что хороший матч проводит Сергей Цканян. Было интересно на него, конечно, посмотреть в официальном матче. Мне лично он понравился. Неплохая такая скорость у него имеется, понимание. Ну и смотрим на Илью Кожухарь, что он из себя представляет. Также еще одна замена, кажется, у канской команды готовится. Да, Ягр покидает пределы поля. Произведена замена в команде Абдышата. Вместо игрока, игравшего под номером 97, Сканьяна Сергея, в игру вступил игрок под номером 32, Акматалиев Мирбек. А, кстати, да, Мирбек Акматалиев появляется на поле. Ягра уже нету, а Акматалиев и Кожухарь, видимо, остаются впереди при поддержке Фархата Мусабекова. Вот так вот поменялась схема у Абдышаты. Ну и посмотрим, что из этого получится. Сабеков. Передача направо. Атайджумашев теперь уже на правом фланге подключается к атаке. Будет отдавать, но в сторону Кожухаря, да? Была передача. Поспешил, кажется, немного Атайджумашев. А здесь ответная атака. Выходит из ворот Марсель Исламкулов. Мусабеков. Чарыев. Браузман, снова Чарыев. Браузман. В сторону Кожухаря передача. А здесь Атайджумашев. Вот. Атайджумашев ушел с левого фланга направо. Слева появился Мирбек Ахматалиев, один из самых многоопытных игроков в нашей премьер-лиге. И также видим, что впереди Кожухарь. Поддерживает их из глубины Фархат Мусабеков, а также Арлен Шаршенбеков. Под ними выступает сейчас Теймур Чарыев. Ну, и четверка защитников нам известна. Ахматов, Браузман,
Калугин и Кайрат Изаков. В будущем, в будущих матчах мы, конечно, также подробно по позициям игроков Ошмуалдер будем разбираться, потому что большое количество футболистов они играли раньше за Ошму, не за Ошму, а за Алдьер и за другие команды. Но по ходу чемпионата, конечно, мы поближе с футболистом Ошмуалдер будем знакомиться. Тем временем они в атаке, и угловой будет. Угловой в пользу Ошмуалдер. И с тем временем Кажухарь недоволен, конечно, действием арбитра. Показывает, что было у него повреждение. Тоже есть повреждение, которым нарушали правила в предыдущем эпизоде футболиста Ошмуалдер. Подача с фланга не очень, конечно, удобная. Низом почти получилась передача. Вот еще один навес. Второй волной идут в атаку футболисты Ошмуалдер. Снова не получается зацепиться за мяч. Но сфера остается во владении у команды из Ошской области. Село Куршап, да, представлял Алдьер. Юзген когда-то он представлял. Вот сейчас Алдьер полностью перешли под Ошский государственный университет. Будет поддержка со стороны университета и финансово, и в других качествах. И это очень здорово, что такая команда существует, не распадается, продолжает свое выступление. И вот теперь в этом сезоне мы Ошмуалдер видим воочию в рамках Кыргызской премьер-лиги. Олимпиад премьер-лига 2023 года наконец-таки стартовал у нас, друзья. Второй тур. И с каждым туром будет все больше, все интереснее, друзья. Составы в этом году поменялись у многих команд, почти у всех команд. Появились очень много интересных легионеров в командах. И за всем этим, конечно, следить будет очень интересно. Абдушата в атаке. Мусабеков. Можно на Кажухаря сыграть. Так и есть. И защитник Кажухарь должен забивать штангу. Мяч попадает, друзья. Вот это момент создает футболист Абдушате. Шаршембеков бил. Рукошет и будет угловой, друзья. Вот это момент. Контратаку, да, выбежали футболисты Абдушаты. Ждали, ждали, прервали атаку оппонента и выбежали в контратаку. Здесь защитник, если бы даже и не дотянулся бы до мяча, все равно Кажухарь бы был бы на мяче. Поэтому защитник и подставил свою ногу, можно сказать, спас свою команду, потому что мяч был так поднят, что неудобно было пробивать Кажухарю. Ну, Кажухарь все-таки пробил, но попал в штангу. Будет угловой, атака Абдушаты должна продолжиться. А тем временем мы видим, что на поле также не может подняться на ноги футболист Ошмуалдер. Ну, сводит ноги, конечно же. 90 минут отбегать — это сложное дело. Тем более уровень Кыргызской премьер-лиги, он, конечно, выше будет, чем в национальной лиге. И здесь игрока Алдьера ошибки прощать не будут. Так, стандарт. Угловой. Подача на ближнюю штангу. Не очень высокий пас был закручен. Здесь уже игрокам Ошмуалдер не удается завладеть мячом. Атака Абдушат продолжается. Мирбек Ахматалиев с левой ноги пытался простреливать. И еще один угловой будет, друзья. 79-я минута встречи. Нет, углового не будет, кстати. Удар от ворот. Бектур за Мирбекула. С левой ноги классная передача в сторону Кулоджона Шарифова. Шарифов забирает у него мяч Чарыев без нарушения правил. Атай Джумашев. Еще один прострел. Ну, никого там не оказывается второй волной. Хотя могли бы, да, и набежать и Ахматалиев, и Мусабеков. Но этого не случилось. Справляются с этой атакой футболисты команды Ошмуалдер. Еще один высокий навес. Опережает соперника Джумашев. Сместился. С левой ноги пробил. Над перекладиной мяч пролетает. Недоволен, конечно, Атай Джумашев. Уже очень хочется Атай, конечно, уже наконец-таки открыть счет своим голам забитым. Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша, как вы знаете, чемпионата Кыргызстана. Вместе с Ягром. Лучшие бомбардиры прошлого чемпионата. Сейчас они в Абдышате. Тот же Ягр и Атай Джумашев. Нарушение правил. Снова в обороне нарушает правила. Калугин Михайло, кажется, нарушает. И еще один
интересный стандарт нас ожидает впереди уже в пользу команды Ошбу Алдьер. Итак, последние 10 минут основного времени, друзья, впереди. Успеют ли ребята из Ошбу Алдьер за эти 10 минут впервые в своей истории забить гол в рамках нашей кыргызской премьер-лиги? Новая команда, да, на основе университетской, на основе бывшего Алдьера, но все равно, да, под таким названием эта команда выходит впервые. Удар! Мяч попадает в стенку. И еще одна возможность убежать контратаку футболистов. Абдушаты возникает, прорывался по флангу. Пытался прорваться Мирбек Ахматалиев. Все знают, какой скоростью он обладает. Многоопытный Мирбек Ахматалиев. И в стартовом составе в прошлом году появлялся. Неплохо себя показал. Но ближе к концу чемпионата он оказался снова на скамейке. В этом матче именно со скамейки запасных он начал этот матч. Минут 5 назад он появился на площадке, на поле. Браузман. Исламкулов быстро начинает атаку своей команды. Браузман играет на Джумашева. Джумашев на правом фланге. Перед ним всего лишь один защитник. Прострел. Ну что ж поделать с этими прострелами-то, а? Огромное количество сегодня передач с фланга было, навесов, прострелов, но многие они из них не добрались даже до адресата. И защитники Ошбу Алдьер спокойно с этими пасами предугадывают, читают и выбивают мяч. Джумашев сам направляется в сторону углового флажка, сам же будет и подавать угловой у ворот Мухаммадали Ашурова. Посмотрим. Джумашев. Навес. И вовремя вылетает из ворот Ашуров. С дальней дистанции удар. Но Ашуров хорош, конечно. Если бы не он, сейчас мяч прилетел бы ровно на голову футболисту Абдышаты. Тем временем замена в составе Ошбу Алдьер. Мади Шодалиев покидает, кажется, пределы поля под четвертым номером. Да, так и есть. И появляется у нас на поле игрок под 25-м номером Мухаммад Каримов. И отправляется он именно вперед, в атаку. Три игрока в атаке у команды Ошбу Алдьер. Можем наблюдать. Замена в команде Ошбу Алдьер. Вместо игрока игравшего начался дождь, кстати. Сейчас футболист Ошбу Алдьер. Сохраняется мяч. Высоко Арлин Шаршимбеков встречает оппонента. Мальчик. Здесь будет аут. Мирланбек Улуиса вводит мяч в игру. Также произведена замена в команде Ошбу Алдьер. Вместо игрока Браузман. 11. И будет удар от ворот. В игру вступил игрок под номером 19. Жароев Омурбек. Омурбек Джуроев также появился на поле у нас. Большое количество замен уже произвел главный тренер Ошбу Алдьер. Ислам Колов никуда он не спешит. Восемьдесят четвертая минута, друзья. Быстрее нужно вводить в игру. Сейчас арбитр может предупредить. Борьба за первый мяч. У защитников Ошбу Алдьер мяч оказывается. Но здесь было, конечно, решение. Вставать под прыгающего игрока таким образом никоим образом нельзя. Потому что это чревато вот такими вот повреждениями. Не может пока подняться на ноги. Тимур Чарыев, кажется, на газоне оказался. Ну и продолжается у нас матч.
победа, она любая победа ценна. Если даже 1-0, я думаю, что все будут рады. Я имею в виду в канте. Итак, последние 5 минут основного времени. Калугин сыграл в центр. Браузман. Дальше. Кожухарь направо сыграл на Джумашева. Джумашев ждет подключения Браузмана. Браузман мяч не сохранил, но мяч оказался в ауте. Сабеков. Отличный пас. Джумашев. Удар. И реагирует голкипер. Добивание рядом со штангой. Еще один момент прекрасно создают футболисты Абдышате. Никто не мешал добивать Мусабекову, но в створ ворот Фархад Мусабеков не попадает. Борьба на втором этаже от игрока Алдьера. Алшум Алдьер мяч уходит. Браузман направляется в сторону мяча. Далеко будет мяч. Кожухарь. Ну, у него очень хороший габарит, очень высокий, физически одаренный Кожухарь. Джумашев. Можно назад на Браузмана. Браузман отыгрывает назад на Калугина. Возвращается мяч к защитникам от Дышаты. Передача в касание вперед. И здесь на левом фланге уже атака. Ахматалиев. И рикошет. Мяч попадает в перекладину. Добивать нужно. Кожухарь бьет. И гол. Второй мяч залетает в ворота. Ошму Алдьер. И делает это Илья Кожухарь. С чем мы его и поздравляем. И угадал, можно сказать, с заменой Джейлана Рикан. Потому что здорово вошел в игру 22 номер команды Абдышата. Илья Кожухарь добил мяч спокойно, никто ему не мешал. Мяч от перекладины попал к нему в ноги. И с двух метров Илья Кожухарь мог спокойно переиграть голкипера Ушбы Алдьера Мухаммад Али Ашурова. Таким образом, друзья, счет 2-0. Наконец-таки зрители, болельщики этой команды кантовской могут вот так вот порадоваться. После первого забитого мяча, конечно, стало веселее, но вот после второго забитого мяча болельщики прекрасно себя чувствуют, проявляют, и с первой минуты матча они не перестают поддерживать свою команду. Это ли не поддержка? Замены в составе Абдышате сейчас произойдут. Арлин Шаршимбеков покидает пределы поля. И вместо него Ислам Межитов под 21 номером появляется. С каждого забитого мяча, кажется, Джейлан Арикан производит замену. После первого забитого мяча появился на поле Кожухарь. После второго забитого мяча Межитов. Джумашев. Не сумел уйти от оппонента, от Айджумашев. Теперь уж Малдьер с мяча. Браузман на пути мяча встречается. Голова Браузмана. И передача в сторону Джумашева. Джумашев простреливает. И гол! Еще один гол забивает Кожухарь. Вот это вот связка. Подавал Джумашев с фланга, подавал. И все-таки добился он своего. Если не получилось с левого фланга, получилось справа. Прям в ноги. Кожухарь. Настоящий мастер. Касание. Прям в самый угол ворот мяч отправляет. Еще раз посмотрим за этой классной атакой. Вот передача. Вот удар и гол. Друзья, счет 3-0. Честно говоря, после первого тайма я не ожидал, что кантовчане смогут забить 3 гола. Но тем не менее это случилось. Можно, наверное, уже поздравить Абдышату с этой победой, с тем, что они набрали первые свои 3 очка. И с 4 баллами канская команда будет, конечно же, на первой половине таблицы. Последняя минута основного времени. Так же, как и в первом тайме, больших пауз во втором тайме не было. Примерно, наверное, 3 минуты Кенис Шалаев добавит. Абдышата снова мячом. Вот Браузман даже не опускается назад. Джумашев, Браузман. Ну вот, Тай Джумашев прекрасно чувствует своего напарника и на левом фланге Айрата Изакова. Прекрасно чувствует своего напарника и на правом фланге Христиана Браузмана, я имею в виду. А также с
обороны Кажухари, конечно, Тайджумашев сыграл просто здорово. Ну, вот эти вот связки, они в будущем, конечно, понадобятся. Сколько добавит арбитр? 5 минут добавляет арбитр ко второму тайму. Еще 5 минут. А может быть и 4-й гол увидим, друзья, мы с вами. Напомним, друзья, счет 3-0. Табло. Не доверяйте таблу, да, друзья? Доверяйте наши плашки, которые слева на ваших экранах. Счет 3-0, друзья. Второй тайм истекло. Основное время, еще чуть меньше 4 минут впереди остается. А может быть теперь игрокам, может, Балдерь терять-то уже нечего. А может быть им стоит попытаться забить гол престижа. Исторически первый гол. Ждем. Не получилось уйти от соперника. Маталеев пытался прорваться к левому флангу, но не удалось ему это сделать. Город Кан, столица мира. Вот такая вот речевка у местных болельщиков. И вообще культура боления. Я неоднократно отмечал еще по ходу прошлого сезона. Культура боления у нас, уровень очень поднялся по сравнению с тем, что было несколько лет назад, да? Не было особых таких кричалок. Не было каких-либо тем временем. А Тайджумашев на правом фланге. Не дают кантовчане закончить не свои мысли. Браузман прорывался против двоих оппонентов. Чуть было это не сделал. Джумашев. Аут. Аут будет. Понимает Джумашев, что не очень много времени впереди осталось. Игра в стенку. Здесь от игрока Ушмалдер мяч уходит. Да, было видно отсюда. Мне очень близко. Вот прям передо мной Калугин. Айзар Ахматов. Христиан Браузман у мяча. С мячом, если быть точнее. Вбрасывает мяч вперед в сторону Кажухари. Ну, Кажухари нарушил правила. Так, с мячом футболист Ушмалдер. Возможность. Ну, газон уже скользкий. Дождь идет уже. Идет уже несколько минут. Минут 15 уже. И поле намокло. И мяч ведет себя главное. Ну и вот, наконец-таки, трибуны взорвались, увидев счет на табло. Джумашев. Кажухарь. Ну, здесь уже у Джумашева передача, конечно, была неточная. Но снова он вступает в отбор на чужой половине и нарушает правила. Еще 1,5 минуты, друзья, играть. Ну что ж, друзья, можно, наверное, поздравить уже Шато с этой победой. Ну и неплохое, конечно, если даже счет разгромный, неплохое впечатление для меня лично оставляют футболисты команды Ушмалдер. При должном отношении, при том, что команда, если будет прогрессировать, я думаю, что победы и яркие матчи у Ушмалдер еще впереди. Ну, что касается Кацка Абдушаты, вы знаете, ожидания очень большие от этой команды. И, как я уже говорил, взобраться на вершину – это другое дело. А вот удержаться на вершине – это уже совсем другое дело. Трудно будет. И желтая карточка получает Марсель Исламкулов за задержку времени. Исламкулов вводит мяч. Далеко. Здесь борется на втором этаже Кажухари вместе с Джумашевым. Джумашев здорово скинул в сторону нападающего своей команды. Но Илья Кажухарь не смог обработать. Ну, неудобно, конечно, было. Тем временем 0,5 минуты остается до завершения матча. Борьба в центре поля. Подкате стелится футболист Абдушаты, но мяч остается, друзья. Мяч остается. И сейчас Балдьер. Балдьер должен был идти вперед. Нет, аут будет в пользу Канска Абдушаты.
Ну, истекает уже добавленное время. Ждем после свистка Дениса Шалаева. Так и есть, друзья. Заканчивается на встрече. Абдушата держит победу. Шмалдиев держит второе поражение. Но, как я уже отмечалось, все у этой команды, друзья, впереди. Нас ожидает впереди очень интересный розыгрыш очередного чемпионата Кыргызстана, друзья. Оставайтесь на канале Кыргызспорт ТВ. Для вас работал Актилий Джанчиев. До новых встреч. Пока. Мы должны усиливать, как нам и объяснял тренерский штаб. Мы должны выйти и забить, отдать, то есть показать еще выше класс, еще выше уровень, чтобы помочь команде добиться результата. Поэтому мы выходим даже на 10, на 15 минут, все готовы, все хотим играть и доказываем на поле. А вот скажите, пожалуйста, если не секрет, вот после первого тайма счет был у нас 0-0. И какие слова подобрал тренер для того, чтобы мотивировать команду? Честно, я не был в раздевалке, но я думаю, что тренер дал понять, что это домашняя игра, на нас приходят смотреть болельщики, мы обязаны победить сегодня. Обязаны начать чемпионат уже с победы. Поэтому, я думаю, он только дал энергии в раздевалке, чтобы команда вышла и играла. Спасибо большое, еще раз поздравляю. Саламатсыңар бы? Бүгінгі ойын жөнінде өзіңіз ойыңды айтып кеттіңіз. Бірінші тайм жақсы ойнады, командаңар 0-0 мен бітті. Вот екінші таймда бірінші жетпей қалғандай, ошо емне жетпей қалды ойнасыңар өзіңіздің командаңарға? Ола, бірінші тайм балдарыз баяғы біз таңдаған тактикамен ойнашты ле. Жақсы ойнап аттық екінші таймға. Балдар физически чарчап қалды. Жолдың баяқысы ғой, жолды келіп балдар чарчап қалғанын, анан балдарыбыздан почти 50% орозо кармап атат. Ошодон деп ойлойм, физически чарчап калдык. Негизи өзүңөрдүн командаңар жөнүндө предсезонный сбор полностью өттүбү, толук же команданын даярдыгы 100% эмеспи азырынча? Жок, биз 6 февралдан баштаганбыз, сбор полноценный, полный жакшына сбор өткөнбүз. Балдар даяр физически. Просто айтып атпайм, мен баягы бизге просто эки команда түшүп калды, күчтүү биринчи тур Алай, экинчи тур чемпион Абдышата түшүп калды. Ошондон балдар кичине эмеден чыга албай калды дейм, психологический эмесинен. Эми Кинкоен кара балта буюрса, эми жакшы оюндар көрсөтөбүз деген, результат кылабыз деген ойдобуз. Сизге ийгилик, чоң рахмат. Рахмат силерге. Добрый вечер, поздравляю с победой. Скажите, пожалуйста, какие трудности по ходу матча возникли у вас и что вы сделали для того, чтобы во втором тайме игра команды изменилась? So, first of all, the congratulations with the win. Which difficulties we had in the first half that we in the halftime changed and it brought us to the win in the second half. Converting the chances, we have also first half of good positions and we didn't score. And also we should keep the game discipline. Players were going out of position and what end in a lot of losing the ball, not good passes. So, and we have to be careful, especially the first half, that when the players out of position and we lose the ball, that we get not the counter-attack, you know. And in the halftime, we make the corrections and we said that we have to be calm. We shouldn't lose unnecessary balls and we will find the goal. Keep playing, move the ball, try to get behind the defense line. And yeah, the first goal was a good goal from Taimur, individual action, dribble, shoot. And the second and third goal from Ilya were good assist from Atai, also the third goal, and Ilya come good in. So also the substitution players, they make a good job this time. Mm-hmm. Ну, в первом тайме, что касается в игре с мячом, у нас были определенные моменты в завершающей стадии, в финале третьего поля для... Там нужно было переводить моменты в результат, в голевые действия, чего не было, да. И что касается игры без мяча, порой наши игроки заигрывались в атаке, что забывали про оборону. А так нельзя делать, когда атакуешь, нужно всегда быть готовым потерять мяч и быть организованным в защите, чего не было. Было достаточно ошибок, были моменты у соперника в первом тайме на контратаках, да, и нам важно было не пропустить. В перерыве были введены корректировки, да, игрокам, подсказ, то, что нужно даже, когда атакуем, обороняться, не пускать контратаки, да, и что, к чему прислушались игроки и во втором тайме все исполнили, да. Ну и, конечно, голы, которые мы забили, первый гол, это Чарыев Тимур индивидуально, да, прошел на замахе в дальнюю девятку, да, красивый гол, индивидуальное мастерство игрока.
И это повлияло. Дальше нам стало легче дышать, так скажем. Игроки, которые вошли в игру, замена, они действительно в этой игре повлияли на игру, да, в отличие от предыдущей. Илья забил 2 гола, да, мы очень рады. Спасибо большое, еще раз поздравляю с победой. Спасибо, до свидания.